Здравствуйте! И снова здравствуйте! И мы находимся в Костроме. Город, который был основан Юрием Долгоруким. Давно-давно, я, честно говоря, это посмотрел, но забыл уже. Мы это торговые ряды, сердце Костромы. И продолжим отвечать на наш вопрос. Доброго дня, Эдуард. Почему на Матадорах R3M есть серийный номер, а в сертификатах к нему этого номера нет? Ну, в сертификатах никогда не было серийных номеров, потому что сертификат дается на выпуск продукции серийной, а не одной винтовки. Планируются ли прямоточные девайсы? Нет, потому что, ну, если вам нужен прямоточный девайс, возьмите редуктор, включите и все. Нам-то зачем это делать? Если вы по поводу того, что на прямотоке больше энергетики можно получить, ну, наши современные редуктора на втором лешем позволяют выстраивать любое давление. Ставьте там 200-250 и работайте. А будут ли новые свои модераторы, облегченные, компактные, на быстросъеме, например, из карбона, не всякие там Валькирии с ее габаритами? Ну, если вы следите за тем, что мы делаем, проект Валькирия практически закрыт, мы распродаем остатки. И сейчас есть модератор Бегемот. Он легкий, быстросъемный, но не карбон. Я боюсь, что на карбоновой базе они будут очень дорогие, мало можно будет их продать. Вопрос. Был розыгрыш в этом году, и главный приз Леши 2 с разными допами выиграл мужчина. Вы хотели снять видео вручения приза. Получилось ли торжественно вручить лично ему? Он приезжал к вам или вы к нему просто прислали доставкой? Есть ли видео об этом, когда покажете? Может, даже написали ему где-то на отдельном бланке. Да, я действительно предлагал ему или приехать ко мне, и мы бы сделали видео, или я хотел, чтобы Наташа Маргунова, наш ближайший представитель, к нему съездила, вручила, сделала видео. Ну, он отказался. Он сказал, что он сам сделает видео. Прошло полгода, я не стал настаивать. В конце концов, это его личное дело. Он честно выиграл приз, и я ничего с ним не могу поделать. Доброго времени суток. Что вы можете сказать об отверстии на переводчик барабана? Стоит ли его жиклерить после истечения гарантии, когда появляются проблемы перепрокрут барабана? Есть инфа, что на свежих L2 отверстий меньше. Так ли это? Смотрите. Я много раз говорил уже, что мы всегда делаем изделия как компромисс между всеми характеристиками. И да, конечно, в теории, если вы это отверстие заглушите, у вас может быть что-то улучшится. Я в серии делать этого не буду, потому что при работе в тяжелых условиях, там мороз или загрязнение и прочее, он может перестать работать. То есть наша задача сделать все винтовки рабочими. Да, конечно, это идет в ущерб некоторой эффективности, но не более того. Перепроворот барабана лечится другим способом. Можете посмотреть на схеме, вверху, где петля, есть у нас гужончик, а сбоку перпендикулярно гужончик контрующий. Контрующий откручиваете, а этот гужончик поджимаете. Там есть шарик, который будет тормозить ось вращения барабана, и перепроворота не будет. Здравствуйте, Эдуард. В прошлый раз вы мне ответили, что проблема натекания за редуктором будет решена другим редуктором. А если выйдет новый редуктор, то он будет заменяем с редуктором старого образца? Нет, не будет. Это новый редуктор, он так же, как, например, поперечный редуктор, не взаимозаменяем с редуктором продольным, который был. И на этом пока все. Мы любуемся Костромой, чего и вам желаем, и едем дальше. Спасибо, обнимашечки.